Всем здравствуйте! Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Спешу скорее распечатать, потому что очень интересно она по содержанию. Итак, воздух. Здесь у нас рекламка California Gold Nutrition. Добавки, изоляты, кому интересно. 10% скидка на все бренды iHerb сейчас действует. Я это напишу тоже в описании, дам ссылку обязательно. Итак, начнем просто, наверное, с мечты, которую я осуществила. Я где-то покажу здесь то, что я купила недавно. Где-то здесь я размещу о снеках, которые я пробовала. Вот этот орех. Это орех макадамия. Наверное, самый дорогой орех в мире. Now Foods его очень рекомендуют. Он жареный с солью. Очень интересно попробовать. Я расскажу. Но то, что я попробовала в этих снеках с манго, это было просто неописуемо. Большая тут достаточно упаковка. Ну, орешки калорийные, в них не так много белка, зато много мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают выводить холестерин. В принципе, это очень полезно. Здесь 255 грамм. Я попробую, обязательно расскажу. Вторая мечта, которая осуществилась, это чай. На Ютубе очень прославленный «Африканская осень», и Елена 864 о нем всегда говорила, что очень вкусный. Это ройбуш с клюквой и апельсином. Тоже спешу попробовать. Здесь, по-моему, 25 чайных пакетиков. 20. Вот так они выглядят. Интересное. Запах разносится, такой приятный ройбуша, пахнет апельсином. Что хочу заметить, нет железных скобочек нигде, это очень приятно. Знак качества, что производитель, в принципе, о нас заботится и не делает скобочек, которые окисляются в процессе заваривания чая. Что ж, я попробую, но запах, конечно, какой-то медовый, приятный, очень интересный. Так, третья мечта, которую я осуществила, долго гонялась на сайте за Secret Key, вот этим вот гелем, с каткой. Его постоянно не было в наличии, наверное, с полгодика я его искала и хотела заказать, но вот он появился, еще был в скидках на корейскую косметику. Обязательно тоже попробую. Естественно, все на корейском. Есть немножко на английском. Состав здесь замечательный. Очень много экстрактов и цитруса, и центелла азиатской также. Ну, вот вы видите, что, в принципе, состав интересный. Не чита многих корейским составом. Классный. Буду пробовать. Так. Из косметики также заказала по совету Дарьи Дзюбы. Это блогер, который занимается визажем. Заказала вот такие жидкие тени для глаз Aqua Beauty от Elf, розовое золото. Хочу обратить внимание, что срок с дня открытия 6 месяцев. Вот я открыла уже, хочу вам показать свотч. Очень долго присматриваюсь тоже к этой марке. Неоднозначные отзывы у многих на нее. Ну вот сейчас посмотрим, так она выглядит. Интересный цвет, приятный. В принципе, не яркий. Сейчас посмотрим, как она будет. Они тени. Тени будут ложиться. В принципе, почти нейтральный цвет. Почти нейтральный. Дает легкую розовинку. Персиковую. Наверное, не совсем видно, потому что я сижу на солнце. Но, в принципе, кто любит нюдовые макияжи, они очень приятные, очень хорошо распределяются. Косметический обычный запах. Можно попробовать. Дальше. Из косметики заказала вот такой ретинолевый серум. Очень интересный здесь состав. Серум для улучшения контура лица от морщин. У кого глубокие морщины тоже, давайте посмотрим. Advanced Clinicals, я не брала еще такую марку. Они, кстати, не очень дорогие по сравнению с iHerb маркой, которая выпускает такие серумы. Не так дорого стоит. В составе алоэ вера, экстракты различные. Обалденный, мне кажется, состав. Неплохой.
И ретинол в составе, конечно, в принципе, должен гарантировать борьбу с морщинами. Вот такая баночка. Пипеточка. Ну и вот так вот он выглядит, достаточно густой. Густое средство. Вот так, сделаем приятно рукам. Очень приятное, очень нежное. Ну, это надо попользоваться. Запах обычного кремчика приятного. Типа Нивеи в синей коробочке. Очень неплохой. По первым ощущениям. Для энергии больше, чем для его других свойств, заказала зеленый чай. Уже не первый раз заказываю. Зеленый чай полезен как антиоксидант, он придает, в принципе, энергию, способствует похудению, иммунная поддержка. Джералс Формула, брала много препаратов уже от этой марки, мне нравится. Здесь 100 капсул, давайте посмотрим, немножко шелестеть буду. Угу. Да, стандартный зеленый чай, кто не знает, он выглядит вот так. Темно-коричневые, такие светло-темно-коричневые капсулы, измельченный чай. В принципе, брала уже несколько раз, действительно хорошо от него просыпаешься. Вот именно эту марку хочу попробовать тоже, что это такое. Также для поддержания энергии и, наверное, каких-то, может быть, осенних депрессивных состояний, две капсулы в день. Вот такой взяла я комплекс, B-комплекс, антистресс. Есть шикарный состав группы, витамины группы В, витамин С, тиамин, ГАБА. Ну, состав отличный. Вот эти тоже препараты беру первый раз. Кел с 32 года они выпускают их. Здесь со вкусом манго и танжерина. Ну тоже давайте откроем. Я покажу, потому что я его тоже буду принимать сейчас. Пахнет очень приятно. Вот такие таблетки. Желтенькие, вкусненько пахнет, действительно. Тоже расскажу действие, потому что, в принципе, витамины группы В, ну, у меня лично и у мужа, они начинают действовать сразу, не накопительно, и эффект виден. Также для энергии, поддержания также потенции, где-то, наверное, улучшение либидо, принимают перуанскую маку. Это растение. Вот эту Томпсон фирму я уже брала, но именно маку не брала, не знаю. Очень-очень бюджетная марка. 525 мг здесь маки. Брала перуанскую маку от California Gold Nutritions. Видели эффект, в принципе. Вот эту еще попробуем, расскажу тоже по эффекту. Для мужской потенции хорошо, для кровоснабжения половых органов. Также и у женщин, и у мужчин это понятие либидо и придание энергии вообще всему организму. Для этого взяли, в принципе, для большей энергии, когда у вас осенью просто руки опускаются и нет сил куда-то идти. Так, вот такой комплекс тоже был в пробных товарах для зрения, поддержания сердечно-сосудистой системы. Астрокаротиноиды, лютеин, ликопин, астаксантин, зеаксантин. Альфа, бета и гамма каротины. В общем, какой-то супер комплекс. 30 таблеток. Здесь софтгели, вернее, распечатывать не буду. Я взяла сестре для зрения, для укрепления. Также я взяла ей для этих же целей. Вот даже вот так его запаковали. Интересная, немножко буду шелестеть. Интересная марка Lifetime. Ну, как будто бы закос под Сальгар, потому что баночка стеклянная. Это масло чеснока и масло петрушки в одном принципе, комплексе для очищения сосудов и поддержки сердечно-сосудистой системы, тоже, чтобы она пропила. Не знаю, что это за марка, взяла первый раз. В принципе, по цене нормально. По-моему, она сейчас даже есть еще в скидках. Точно не знаю, тоже оставлю под видео всю информацию. Но чеснок, как, наверное, многие знают, обладает действительно, на стенки сосудов действует укрепляющий, очищает их, выводит вредный холестерин. Как бы нормальная вещь. Тоже расскажу обязательно впечатление сестры. И также взяла себе вот такой комплекс для регулирования сахара в крови, также для
волос и какая-то более-менее, наверное, диетическая еще вещь. Это корица, хром и биотин в одном составе. Это фирма Натро. 50 таблеток. Тоже буду пробовать, узнаю, расскажу более подробно. Итак, это была вся посылочка. Видите, она пустая. А жаль. Заходите на канал еще, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Пишите ваши комментарии, что можно еще попробовать на ваш вкус, на iHerb'е, у кого какие мечты и кто их как реализовывал на этом сайте. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, до свидания.